И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон, Серега, Димит, мой сын Ярик, и сегодня мы играем в Гаррис Мод, будем веселиться и воевать на танках. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Привет. Вот это круто. Давайте, чтобы по-честному было по три жизни. Да, давайте по три жизни. Не знаю, насколько затянется по времени. Интересная баталия. Я готов. Димон, на shift ускоряться. Ну что, начинаем? А, кстати, а можно и ехать, и пушку управлять, это очень прикольно. Одновременно, можно так делать. А, можно альт заж... Понял, все. Тихо, рядом. Это я. А сколько тут снарядов, мне интересно? Бесконечно. Бесконечно, я сейчас таких сейчас вам надаю. Ребята, прицельный огонь. Я, кстати, ребята, раньше играл в World of Tanks. Я тоже. Неужели я не попаду? Блин, нам надо попасть. Это ты, Димас, да, был? Не-не-не-не-не. На! На! Блин! Димон, одна жизнь! Бомбанули меня. Так, я Серегу вижу. Возьму... Нет, не Тигра, не хочу. Блин, это не танк? Похож на танк. Так, едут, 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 пацаны. Короче, ладно. У меня одна жизнь уже в минусе. У меня еще две жизни. Так, 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 так. Надо вот так за горы стрелять. Я знаю, это техника фэншуй, она работает. У Демида тоже две жизни, как и у меня. Так, ребята, считаем, считаем. Блин, похоже реально на танк, а я стрелял там. Блин, а где пацаны? Куда они поехали? Должны... О, уже черный дым идет. Черный дым идет. Кого-то подбили, я вижу. Я к вам еду. Блин, а я ж керрис, надо, короче, мне выезжать на бойню, тоже хочу хоть попроигрывать, что ли. У меня такой танк быстрый, это вообще. О, вижу, вижу, едет. Блин, а я классную позицию выбрал, не буду отсюда уезжать. Попробую отсюда похитшотить. Так, едет, едет танк. Это я. Это ты? А я тебя вижу, какашка. Но! Как, говно? Ребята, согласитесь, эпично. На! Не попал, Димон? Воу, рядом, рядом, Димон, тихо. Ребята, попробуем вот так на ход. Нет? Фиг тебе. Ах ты говно. Воу! Так у меня жизнь... Блин, ребята, а как ты с одного выстрела? Я ж вроде с двух должен был умирать. Так это я его завалил. Блин. Может, тебя до этого кто-то стрелял? Подожди, это танк на двоих. Это танк на двоих, давайте другой возьмем. У меня одна жизнь осталась. У меня еще две жизни осталось. А я тут стрелки, давай стою. Все, ребята, на спауне не стрелять. На спауне не стрелять. Да-да-да, у меня одна жизнь осталась, это вообще печально. Давайте уеду. Блин, Димон, классно мы с тобой, да, пострелялись? Надо будет еще записать или просто поиграть по фану. Ребята, давайте, ставьте лайкосик, и мы еще запишем, только на другой карте. Есть карта более еще интереснее, чем эта. Разрушенный город есть. Давайте все Димона гасить. Так, ну что, я готов к бою. Я в этот раз другой танк взял. Я тоже, Димон, взял другой танк, в этом есть прикол. Я тоже взял. Поэкспериментировать. Димас, у меня осталась одна жизнь, а у вас уже побольше. Да, я знаю, я знаю. Так, пацаны, я вижу, там кто-то едет. Да, так, да, так, да, так. Вижу. Блин, у меня танк тут был слабый, мне кажется, он был не лепиздрический, поэтому с одного выстрела умер. Да-да-да, у меня, кстати, тоже так очень быстро умирал он. Ну, для эксперимента было прикольно. Еще один есть танк, когда я умру, я еще один поиспытаю. По-любому останется один, лучший. Короче, я наблюдатель. Попал? Я наблюдатель. Блин, они сюда едут, это опасно. Блин, дыма много. Жди гостинцы. Так, пацаны, давайте объедем. Объезжаем. Блин, это классно круто. У нас баталия получилась. Блин, ребята, вообще... у кого есть Гаррис Мод, заходите в наш Дискорд, сделаем баталию 10 человек, допустим. Будет очень весело. Блин, воу, рядом, рядом, чувак. Легче, легче. Да, я знаю. Кто-то тут на набор. На весике я умею брать. О, здорово. Это была метка. Да. Тихо, тихо, кто там на меня бузит? А кто там сзади в меня стреляет? Это я. Так, где он там прячется? За машиной. Это вообще дикая перестрелка, Димас. Я что-то застрял немного. Блин, пуля. Воу! Попал, не попал? Попал. Да.
Так, а где нам шкериться? Блин, я тут такое место офигенно нашел, где шкериться. Я, Димон, тебя еду убивать. Ага. Давайте, конечно, ребята, жмем на все педали. Давайте, которые этот танк может. Объединимся, Димона под Димон, бьем самый такой тихий. Да не, давайте просто играть как есть, но Димона надо убить. А вдруг я сейчас буду вас убивать жестко? А где вы все, кабаны? Прячемся. Шкеримся от тебя. Я на высоте вас ищу, а вы шкеритесь внизу где-то? Че, Дима, сколько жизни у тебя? Столько, сколько у тебя надо? У Димы. Не у тебя, а у другого Димы. А. У меня одна. О, это кто? Ничего, рядом? А, это ты, понял. Сейчас мы тебя найдем. Вижу, вижу, вижу цель. Ну ладно, ты что? Попал? Димас, как ты говно попала? Попал, вот это был навес. Кстати, навес был большой. Это офигеть, ты вообще, Димас, танкист прирожденный. Блин, мне нравится, и не знаю, что я так хорошо стреляю. Воу, рядом! Ты чё, мост решил поломать? А-а-а! Воу! Вот это жесть! Я так знал, навес просто красотище! Димон, давай ты еще вас... игра, пофиг сколько у кого жизни, давай еще воевать. Мне мало. Как так ты вообще? Ты, Димас, из трех выстрелов сделал два точных попадания. Да блин, как попасть-то я не могу вообще. Димас, тебе надо играть, короче, World of Tanks, и ехать так прикольно быстро. Неспешно получается, быстро не получится. А что, до трех жизней играем или все? Да, до бесконечности. Давайте на этот, на умение. Я поиграл, но я еще поучаствую, это очень круто. Да, 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 Димон, я хочу с тобой еще повоевать, мне мало. На дальних дистанциях мне нравится воевать. Это очень такое ощущение. Сблизи? Сблизи не то, а сдалека прикольно. Просто издали прям вообще эпично, надо подбирать высоту. Да, да, да. Так, Димон, ты видел, я еще ехал задним ходом и попал. Прям как в жизни, да, ребят? Прям как в жизни, да. Я кого-то преследую. Он с пулемета расстрелял. Так, Серега так меня выстрелил, то что у меня, короче, движок еле ехал. А, нифига. Это он какую-то вообще тактику сделал мощную. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Интересно. Вот, Димас, я тебя вижу. Да ну нафиг, это не я. Димас, я за тобой выехал. Не-не-не-не-не. Блин, прям следы от гусениц остаются, нифига себе. Да прям как, я не знаю. Димас, все, я тебя преследую, ты готов умирать? Не. Блин, я врезался, короче, этот. И задымился, загорелся. Нельзя врезаться, я ж не знал. Ну ладно, я знал. Это кто там? Где тебя найти сегодня? А где ты пропал? Воу, мужик. Ребята, ну что? Кто там? Покажем, кто батя здесь у нас. Я с лавкой приехал. А кто? Минус Димка. Димон, я выехал по твою душу. У меня новый танк. Я просто на нем газую. Так, я готов вас убивать. Да нет. Не получится. Ах ты говно. Нет. До свидания. Я перевернулся. Я что, убил кого-то? Тьфу, ёбан. Я там переворачиваю. Так, все, я выехал по вашу душу, ребята. Ты, Димон, умер? Нет. Я тут кого-то стрелял, я не знаю, кого это, правда, стрелял, конечно. Ты меня стрелял. Да? Да. Через молчу, да, стрелял. Но было весело. Я на мостик иду. Буду мост обстреливать. Так, слышите так. Мои мощные выстрелы? Слышим, какой ты пердёж. Да, наверное, тебя идёт. Так. Давай, Димас, ты где? А ты где? Я на мосту. Ах ты. Знаешь, где мост, Димас? Нет. Я зато знаю. Где сижу? Что-то я вас вообще ни одного не вижу, человечка. Вы что там прячешься? Я тебя вижу. А что ты с моста уехал? Секунду, ничего. А так я вас даже не видел, где вы были. Сейчас я вернусь и будем воевать с вами. А, вон вижу какого-то
вечер. На. Да не расход, Диман. Сейчас расход по тебе будет. Вам обоим. Говно! Попал по мне. Да ну ладно, я тебя не убил? Нет. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.